«Журчат ручьи, слепят лучи» – эту строчку из песни Любови Орловой в советском кинофильме «Весна» 83-летний инвалид второй группы Валентина Трофимова сегодня воспринимает буквально. С каждым потеплением в ее квартире начинается настоящий капельный водопад. Дом старый, еще дореволюционный. Через какую стену идет электропроводка, наверное, не знают даже археологи. Видимо, поэтому пенсионерка на все выключатели повесила импровизированные блокираторы из пенопласта. Но от протечек это не спасает. Вот и на этот раз все было классически. Вначале все начал течь по стенам, и вот здесь поток воды прям, мы не успевали, то есть отжимали, сушили прям тут же. Потом на следующий день она мне звонит, говорит, у меня пошло дальше. Что мы делаем в таких случаях? Правильно, звоним в управляющую компанию. Валентина Трофимова так и поступила. Вот только там помогать ей не стали. Управляющая компания «Квадр-М» отказалась от этого дома по Первомайскому проспекту еще 2 месяца назад. А остальные инстанции решили горем ветерана труда поиграть в футбол. Чем довели с трудом передвигающуюся пенсионерку до слез. Я позвонила туда. Это там диспетчер тоже. Я говорю, вот так и так. Да, наш дом сейчас не пешеходный. Это куда мне обратиться? У меня течет прямо по стене. Не подставить ничего. Она, ну, я не знаю, чем вам помочь. Надо, у вас приватизированные квартиры? Я говорю, да. Ну, тогда вот за свой счет нанимаете это самое. Людей это, я говорю, где я найду? Может, соседи кто, может, вот такие глупости говорить можно разве? Я говорю, я одна здесь, я бегаю, я мечусь, не знаю, что мне делать. Вот. Ну, в МЧС позвоните, может, они вам там помогут. Я опять в это, уже куда обратиться, я говорю, может, у вас там все-таки у вас и рабочие есть? Я даже вот хотел. Я не вижу, не выхожу никуда уже 4 года, поэтому я не знаю. Мы выяснили, что в 2016 году крышу этого дома ремонтировали по программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Клялись 5-летней гарантии. Срок, кстати, еще не вышел. Да и выполнили с недоделками. Обращения в жилинспекцию были и не раз. Фонд капремонта по этому дому мы запрос отправили. Чиновники, как известно, предпочитают говорить бумажным языком. Мы будем следить за развитием ситуации. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».